приехали мы на помойку. А кто-то уже Новый год отпраздновал. Кто-то елку выбросил. Уже отпраздновали Новый год. Но. Хорошая елка такая. Ага. Подойди поближе. Хорошая, чем такая? Вот такая вот елочка, такая красивая, ровненькая елка. И кто-то ее выбросил. Такая картина. А там еще одна валяется, что ли? Где? Вот, рядом-то. А это эти валяются. Палочки от елочек. Палки от елки. Такая ровная елка была. Видишь, ветки какие-то еще. Ну. Шишек нет, нам уже шишки или красные же. Точно. Нет, нету. Жалко, да? Угу. Так бы шишки. Так вон их сколько это. Дрова. Кто-то выбросил просто. Может это где-то в школе или где собрались елку ставить? Что-то не пойму вообще. Ну ладно. Странно, да? Угу. Ладно, поедем мы. В садик за ребятишками. Угу. Сейчас покажем вам магазины. Какие у нас в деревне магазины. Вот здесь это у нас магазин. Один магазин. Ну, сейчас зайдем. Я пойду или ты? Ты снимать будешь? Нет, просто. А что ты так снимаешь? Сейчас хлеба надо будет купить, да? Угу. На, там еще есть один магазин, но вот в этом цены еще нормальные, приемлемые цены и товара много. Там еще, правда, есть дальше там еще один магазин, но он там как-то так работает. В основном мы покупаем здесь все, ну что надо там. Сейчас мама выйдет. На то нажал. Купила молока и хлеба. Будем делать какао. Ну, в основном мы здесь больше такую... всего здесь покупаем. Я уже сказал. Нет, я говорю, что хлеб в основном покупаем, да, молоко. Молоко. Ну, когда печенье, там еще конфетки ребятишкам. А так закупаем все в городе, все больше всего. Продуктами сахар, крупы, там все. Деревья все в снегу, в таком, как иней, красота. Ну, они еще это, как в сказке. Ну, елочки вон красивые. Елочки красивые. Вот это, как этот медпункт. Сейчас садик, Маша пойдет, снимет там все, да? Ага, как я снимаю? А что, так вот с телефоном иди, да и все. Там у них красивые горки всякие, ну, построили, да? Недавно. Недавно. Ну, уже были, как бы, сейчас еще что-то там построили. Но не все еще полностью сделали. Чуть полностью? Земля застыла уже. Сейчас за ребятишками пойдем. Маша сходит. Вот он, садик. Тут вот на лошади, на лошадке приезжают за ребенком. Что-то там какие-то пакеты стоят. Это на фигурке.
На, сними там, пройдись по улице. Туда-то там не обязательно. Живая садик. Такие горки у нас здесь. Вот такой вот. Все, приходим в садик. Смысле замок сломался? У этой кофты. А ты что делала, что он у тебя сломался? Во, отвалился. Молодец. Вот такой у нас садик здесь. Вот такой вот. Вот такой. Где Ваня? Ваня там кушает. Ну ладно. А вот так, если она тоже снимает? Да, да? Конечно. Я на... Ну что, как прошел день в садике? Хорошо, хорошо. А, ну ладно. Что такое? Рисунок? Это шах. Это а кто? Я не рисовала. Наташка. Наташа нарисовала. А ты, Маня, что нарисовала? Ничего не рисовала? Снегурочка. Тоже Наташа нарисовала? Да. Лишь написала Наташа. Видишь, Наташа, мама написала. Это мама. Мама, тебе. А вот это вот наша школа, там вот за деревьями. Ну ты едь потихоньку, там фигурки у них вон сделаны. Уже покрасили. У нас тоже в садике. Нет, только нет. Собачки, собачки, собачки. Собака. Ну-ка, уйди. Три собаки. Папа, ты сказала, Ани, она унесла. Папа, машина есть, я хочу. Вот фигурки. Хлеб убери, а то не переключусь. Где фигурки? А он там? Там, что ли? Ты уже приехал за ней. Да. Ну вот она, школа. Папа, снимай быстрее, как в кубе. Чего? Там кто-то ходит. Светофор. Вот еще что, магазин, еще один с ними. Вот эта вот фигня мешает. Еще не надо. Вот это посередине. Вот это что ли? Да. Вон так вот. Mm-hmm. Вот это магазин еще один. У нас это возле дома. Один не рабочий. Все, поедем домой. Сейчас посылку, наверное, сегодня, да, разберем. Забрали посылку. Ну, вывожаем к выходным, наверное. Мы посмотрим. Посмотрим. Да, тоже посмотрим. И мой Матвейка, я. Главное снять. Чего главное снять? А там, смотри, эта ручка прямо вот у детского садика рядом стоит. Да. Папу, пол ставим. Это вот, это ТВ-2. Сегодня в хоккей. Чего ТВ-2? Или два? Ну? Да. Молодец. Не ревел. Маленькая. Надо снять у этих, как это, горит фигня. Ну все. Маленькая. Наташку снимай, как она выскочила ко мне. А Ванька там ел сидит. Вот скиф нас ждет. Как всегда. Он сам может пролазить туда под ворота. И когда захочет, ну как бы мы сейчас уже ставим там специально, чтобы он не вылазил. А то он там подкоп сделал и вылазит. Ну ладно.